Сериал «Невский». Расплата за справедливость, 3-4 серии. Анонс. 3-4 серии выйдут 11 апреля на телеканале НТВ в 20 часов. 3 серия «Закон бумеранга». Полковник Окунько возвращает Андрея Михайлова обратно в полицию. Он занимает место Семенова. Сокамерники Семенова в крестах готовятся к побегу. Таня безуспешно пытается устроиться на работу. По ориентировке она находит опасного преступника, которого выслеживает и задерживает. Лаврентьев, крышующий притоны на Невском, грозит большими неприятностями Окунько с Михайловым, пытающимся один из них закрыть. Зэки берут в заложники сотрудников медзанчасти и Лаврентьева. Семенов их обезоруживает и убивает. Лаврентьева арестовывают. 4 серия «Привет из прошлого». Михайлов находит труп человека. Почерк убийства такой же, как был у маньяка по кличке Клык, которого арестовал Семенов в 2014 году. Михайлов просит Ингу Крылову, чтобы Семенова привезли на место преступления. Там Паша находит характерные для Клыка подсказки, и вскоре выясняется, что следующей жертвой должен стать он сам. Белова продолжает искать преступников за вознаграждение. На указанном в очередной подсказке месте Семенова и Михайлова со следственной группой ждет сын Клыка, который хочет отомстить за отца.